Всем привет! Сегодня делаю свое любимое блюдо, это жульен, и я уже подготовила грибочки, помыла. Все, теперь мои грибочки обжариваются. Вы не представляете, это просто мега-мега ароматы. И продолжаю готовить, жарить наши грибочки. И когда наши грибочки жарятся, я предварительно еще добавляю лук. Чем больше лука, тем вкуснее. Еще нам понадобится для приготовления жульена зелень, петрушка, укроп и чеснок. Но если вы не любите чеснок, можно обойтись в принципе и без чеснока, но с чесноком это намного вкуснее. Лично я люблю. Добавляем сыр и зелень. Чеснок я уже добавила. В принципе, лучше всего добавлять сыр, когда уже грибы у нас остынут. Итак, далее я добавила уже сметану, и наш жульен почти готов. И также вы можете добавить... Ура, наконец, мой жульен готов. И приятного аппетита. И также рецепт я оставлю в своем блоге. Пока-пока.